Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся с вами на площадке Самарского государственного аграрного университета на 22-й Поволжской агропромышленной выставке. Меня зовут Брумин Алексей Зинович, я работаю проректором по развитию Самарского государственного аграрного университета. К сожалению, меры безопасности не позволяют в этом году встретить здесь на выставке каждого из вас, как мы делали все предыдущие годы. Но Самарский государственный аграрный университет не мог оставить вас без посещения этого самого яркого события уходящей осени. И мы подготовили для вас специальную трансляцию. Что же ждет вас в период этой трансляции? Вы увидите все самое интересное, что происходит на выставке. Вы увидите, как готовилась выставка. Мы совершим с вами прогулку по выставке. И самое главное, мы подготовили для вас 3D-модель. И вы сумеете оказаться практически вживую на самой выставке. Каким образом это произошло? Мы подготовили ее с помощью квадрокоптера, обработали инструменты фотограмметрии и упаковали в игровой движок Unity. Вот так вот это произошло. И помогли нам в этом наши большие друзья, точка кипения Самарского университета. Наши друзья, программисты Самарского государственного медицинского университета, вместе с кем? Кстати, мы сделали наш замечательный продукт мирового уровня, цифровую корову. Нам помогли разместить нашу 3D-модель на пространстве интернета наши друзья из Самарского технического университета, ну и, конечно, неоценимая помощь наших друзей и коллег из научно-образовательного центра инженерии будущего. Посмотрите, у экрана расположен QR-код. Что нужно сделать? Нужно пройти по нему и сразу оказаться на нашей 3D-прогулке. Вы можете это сделать пока только с персонального компьютера, но мы готовим для вас и вариант для андроида. Итак, вы проходите, и дальше уже вы перемещаетесь по выставке, как в Майнкрафте, вживую, от первого лица. Ну что ж, мы сейчас с вами приступаем к прогулке по нашей выставке. Начнем. Снято. Единственный нюанс. Чего? Мне не сказали, что там архив.